1 сентября медиахолдинг «Реабер Абиджан» поздравил детей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с новым учебным годом и вручил канцелярские принадлежности в рамках благотворительной акции «Портфель добра». Хочется сказать большое спасибо агентству, да, «Реабер Абиджан», спонсорам, которые принимали участие в этой акции, а также жителям города Биробиджана, неравнодушным к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Как отметила Оксана Безродных, канцелярские принадлежности будут использованы в течение всего года и помогут детям успешно учиться в школе. Напомним, акция «Портфель добра» проходит в автономии традиционно. Принять в ней участие могли все жители области, оставив канцелярию на специальных стойках, расположенных в торговых центрах Биробиджана. Спасибо! Дарья Куприна, Павел Славин, Новости 21.